Во Владивостоке стартовал форум «Дни ритейла в Приморье». Здесь собрались эксперты и профессионалы российского рынка. Федеральные и региональные ритейлеры, поставщики потребительской продукции, эксперты потребительского рынка, органы государственной власти. Все они обсуждают современные тенденции, которые появились в розничной торговле. Многие привычные нам товары ушли с рынка. На смену им пришли импортозамещенные. Участники форума делятся мнениями, как же потребители реагируют на эту замену, в частности, в Приморье. Мы ищем новые рынки, новых поставщиков. Новые продукты выводим на рынки и в магазины, на полки. Конечно, покупателям надо почувствовать, насколько адекватна эта замена и дать возможность им это сделать. Это вот в том числе одна из целей этого мероприятия – найти каналы продвижения новых товаров. Сегодня Приморье на первом месте по объемам торговли розничной и на сельскохозяйственных рынках среди субъектов Дальневосточного федерального округа. Эксперты отмечают, ДФО – это специфический рынок. Добиться успехов здесь не так просто. Потому что малый торговый бизнес – это рынки, ярмарки, это всякие несетевые магазины, это фирменная торговля местных производителей, фирменные магазинчики, киоски, павильоны и прочее. Так вот, без этих, без малых форматов торговли не может нормально развиваться местное производство. Приморцы на прилавках хотят видеть свое, натурально, от местных производителей. И в крае как раз реализуется сразу несколько проектов, которые поддерживают местных производителей и дают возможность потребителям покупать свое. Это сделано в Приморье, приморская рыба и доступное Приморье. Это проект, который действительно, ну вот, как минимум, дает нашим горожанам возможность купить по социальной цене, без наценок таких, да, вот, ну, имеется в виду напрямую, в разных чертах, точках города, в том числе и центральных. Но речь не только о продуктах. Стране и, в частности, региону нужны свои производители. И благодаря государственной поддержке талантливых и целеустремленных предпринимателей становится все больше. Мария и Натали Фрей – молодые дизайнеры. Придумывают сами, материалы только отечественные. Российский рынок можно посмотреть, как очень сильно перестроился. И, в принципе, внимание покупателей сейчас нацелено не на то, чтобы приобретать больше, а приобретать меньше, но качественнее. Качественнее, да. И наши дизайны, я думаю, гораздо более интересные, чем условно европейские fast fashion. Потому что мы прям заморачиваемся в России. Мы русские дизайнеры.